Наверное, это все-таки из разряда духовности. Потому что, опять же, территориально мы можем находиться где угодно, да, и каждый по-своему. А все-таки каждый клочок земли – это наше отечество. Наверное, поэтому есть отечество. Выстрадали наши прадеды, наши деды и передали нам. И мы должны это теперь действительно достойно сохранять всю свою жизнь и научать этому наших детей. И как мы на богослужениях возносим такие слова, когда поминаем усопших, что «за веру и отечество жизнь свою отдавших, всех властей и воинов на поле брани убиенных». То есть, поэтому, видимо, и есть отечество – это то, что выстраданное, что нам переданное, и то, что мы должны сохранять.